Приветствую вас, геймеры, с вами, как обычно, Дмитрий, и мы продолжаем играть в Europlanet Alice 4 за Великобританию. В прошлом эпизоде я, так сказать, вернулся в Европу после некоторого перерыва, и некоторое время тупил, офигел от боевого духа, конечно. Там дела, видимо, с дисциплиной что-то случилось такое. Видимо, это единственный фактор, который был против меня, и как-то не повезло. Плюс мы поругались снова с вассалом моим прованцем, хрен его получится аннексировать, наверное. Будем его хавать, значит. Пытаться через войну, которую, скорее всего, мне объявят, потому что дядька Султан снова поддержал независимость Венгрии и кто-то еще. Такие дела. Так, ладно. Давай. Короче, людей эвакуируем обратно. Вот это все можно выделять. Берем, допустим, сюда. Так, это кто тут у нас? А, национализация же идет, да-да. В общем, нападем на норвежцев, но сперва надо подготовиться к этому. Сражение за Агу. Так. Мы проиграли сражение за Агу. Ой, тоже налево. Ладно. Так, тут у меня полка вроде есть. Сейчас я быстренько полку сформирую. Ой. Твоя же налево, не получится сформировать полк. Ладно. Жопа, значит. Жопа, посадьтесь, походу. Так. Жопа мне, конечно, да. Не, можно вот сюда прислать людишек. Но мы не успеем. Так. Так что там скажут что-нибудь нехорошее. Что колонии урон нанесли или еще что-нибудь. Ладно. Давайте топать сюда. Объединяйтесь на корабле, грузитесь и плывите сюда. Установим рекрутов. Еще 234 тысячи. Ну, короче, лет 5 не будем воевать. Отдохнем. Попская ось, пусть поход ось, проходи. Так. Сейчас урон нашей колонии нанесут, это ежу понятно. А, кстати, у нас же и тут еще 700 косарей есть. Людей можем сюда их направить. Вместе с колонистом. Так. Агу захватил принц. Так, ну а по новой колонисты отправлять. Ну а 610 дней пока ехать будет. Мы спокойно людей сюда посадим. Одну тысячу, я думаю, хватит. Ну, если что, еще пришлют. У меня, кстати, еще один торговец появился. Надо будет сейчас что-нибудь с ним сделать. Так. Давай, транспорт. Тут бы вставать собрался. Джахос. Сепаратист это где-то здесь. Наверное. Да, где-то тут должно. Вынеси. Доступные национальные решения. Все те же. Понятно. Да. Ладно, давайте. Вы упоролись. Вы посмотрите, сколько. Сколько они мне людишек кинули. Так, надо, наверное, вот как взять. Где больше людей есть, там кинуть. Это корабль. Так, что там? Такой спорт с собой. Панические дворения. Так. Люди там вроде восстанавливаются. Пусть пока восстанавливаются спокойно. Жихорские сепаратисты. Сейчас. Один генерал у меня есть. Пошли. Сейчас вынесем. С ними-то хоть проблем быть не должно возникнуть, по идее. Но они, конечно, жестокие.
Мы 12 тысяч потеряли, а то и больше людей. Артиллеристы одни остались. Так. Если мы занимаем бойца туда в стороне. Венеция. Ну, давайте вот так. Дадим больше по религии. Пока я не хочу париться с этим. Ящики терять не хочется, поэтому сделаем вот так. Так. Подожди, появится на корабле. Сейчас. Давай. Вот как. 0, 0, 400, 500, 800. Вот 819 западных егерей выберем, их погрузим на корабли и отвезем сюда. Тут почему-то лютое истощение. Не знаю. Почему? Почему-то. Ладно. Сколько там людей осталось? 213. По-моему, было 220 чем. Так. Давай. Плыви, короче, сюда. Забегай еще с ракет. Этих куда-нибудь в крепость закинем. У Папской области оставим 1012. На всякий пожарный, если бастовать кто-то будет. Тут еще армия Кёльна сидит и майнится. 47 тысяч. Самое то на случай с какой-нибудь Неаполя объявить мне войну за помощь какой-нибудь этой штуке. Так, вложить. Фото. Хорошо. Можем, кстати, новую группу идей принять, но это уже другая история. Вряд ли получится это сделать. Так. 15 тысяч. Ладно, давай куда-нибудь в Беги. Тут 42 тысячи я сделал полам, наверное, и кинотеатр в Париж еще. Людей у нас очень мало, надо пока просто пожить. Потому что дядька Султан очень скоро может нам войну объявить. Это, сами понимаете, будет очень фатально для меня, если он сейчас нападет. А нападет он по поводу того, что Прованс, вот мы с ним отношения испортили, потому что там какая-то бяка с провинцией Прованс была, что мы перестанем считать национальной, она Прованс перейдет. Не, конечно, я решил не давать Прованс, ну и плачусь за это, возможно, своей задницей. Ладно, давай погрузиться. И последний отряд сюда. А вот этих пар мы выделим и приготовим на случай, если тут какая-нибудь хрень произойдет. Так, соперник не выбран, кого можно выбрать-то? Норвежцев я бы выбрал. Как раз. Блин, можно было Индостан еще видеть. Ладно. Так. Ну, сейчас мы, скорее всего, в мире согласия поживем. Надо поглядеть, может, кого-то заанексить получится. Прованс вот хренов ко мне относится. Люцбург, Майнц. Майнц. Майнц мало еще. Так, Зальцбург это нет. Майнц. Кто-то еще. А, вот Кёльн еще. Кёльн 94. Ну, нет, нет, пока еще не получится. Ладно, подождем немного. На норвежцев претензию не сделать, но у меня империализм, если что, доступен. Он все сделает. Все генералы передохли, надо будет помочь, значит. Как в воентехе там дела. Так, военка. Тысяча очков нужно. Ладно, посмотрим, подумаем, что тут можно придумать. Достану выбрал меня своим соперником. С Галичем по Уриса. Сейчас будем умнее с ними воевать, так что спокойно выиграем. В тот раз как-то, конечно, не получилось. Так. Вот. Как там людишки мои. Тут и еще сотка человек передохла. По ходу дела. Не чувствую я, если тут какие-нибудь туземцы восстанут, опять какая-то бяка произойдет. А, посмотри, тут появился какой-нибудь отряд. Нормально. Приколять вообще по нулям. Немного пехотки есть. Пушки, конечно, хорошие. Ну, скорее всего, это истощение все тут. Ладно.
Устанавливается 17-я армия. Это кто у нас такие? А, вот они, кстати. 17-я армия, это вот это. Из Абруццо. 36, нифига. Там, наверное, ради 1100 было. Да, смотрите. Вообще, жесть. Какой-то Юин. У него восстание. Ну, это не шибко много было. Потеряли 10 человек. О, это у нас снова Кальдония Великобритании. Прикольно. Айны еще живы. Четко. Хочу уже, ребятки, забить на эту партию какая-то. Не знаю, какая-то. Потеряла к ней интерес за то время, что я ничего не делал. Ну, в смысле, не играл. По техническим причинам, по учебным. Как-то хочется начать что-то новое уже. Тут я, в принципе, добился практически всего, чего хотел. Единственное, только у меня с Салой рвалось очень много, и не смог ее присоединить к себе. А по всему остальному, в принципе, я доволен. И тем, как партия сложилась. Так, давайте, наверное, торговца куда-нибудь отправим. А то он еще один торговец сидит, ни хрена не делает. Так, текущее задание. Так. По значению по текущему торговому влиянию. Где у меня там торговое влияние больше? Туда и отправим. Так, в Севиле есть кто-нибудь? Нету. Ну там копейки, господи. Так, так. Но, давай, наверное. Сейчас, подожди. Текущее значение. Вот, сколько используется торговое влияние, мы вывозить можем. Скажите-ка, пожалуйста. Так. Пятюра здесь, в Ист-Индии нормально, можно вывести, в Севилье, да, в Севилье нормально, можно вывести, ну давайте, отправим. Как его там зовут, Фрэнсис Хок, где он тут, получить прибыль, пожалуйста, так, какая-то технология доступна, дипломатическая, мы еще пока не будем аннексить вассалов, поэтому диптехи я в кое веки вкачаю на нормальном уровня. Вот с админкой будет беда. О, случай на охоте. А кто умер-то? 3.04, ну, в принципе, нормально. Так. В принципе, нормально, потому что пойди по очкам какой-то лох. Так, ладно. Стабилити я не хочу терять, это что? Что ж, хорошо. О, у меня, кстати, тоже нормальный чувак получился, но опять же даун в какой в этом в плане админки. Ну, а так нормальный, дипломатию неплохую поебать. Правда, надо будет советника нанимать. Так, ладно. Как там по рекорду там у нас дела? 143 тысячи, наверное. В принципе, видите, уже почти половину резервов установили. Надо будет еще 1200 или сколько-то сделать. Вообще, в идеале надо построить здание на рекрутов. На число рекрутов. Так, где он тут? Постройки. Так, 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 так. Вот, вот такие. Есть тут где-нибудь? Ну, есть тут где-нибудь, где можно... О, плюс 1000, нормально. Построю несколько. Не знаю. Где-то, по... где-то нормальное количество пойду. О, 1500 вообще. Вот, блин. А почему нельзя поставить тут? Можно же. Так. Тут, кстати, ничего. Так. Тут 4 вообще копейки. В Толедо нормально. Так. Коса. 1250. Еще коса. Еще коса. 1250. Ну, так. Сейчас, может, еще один поставим. Вот, 1500 в Лионе вообще. Так, все.
Наши потратить наши денежки на людишек. Норвегия больше не может быть моей спинкой. Ладно, Индостан выберу. Тын-ты-ды-дын. Ганза меня не интересует. Савойя. У меня на нее казус белли суни до сих пор есть. Когда она из коалиции выйдет, мы займемся. Основательно. Так. Еще железо. Хорошо. Какой-то агу. Воспринята кастильская культура. Так, рыба. Апачику не двинули. Нифига себе тут Йемен. Йемен что-то вообще имбой стал в этой версии игры. Так. О, тут уже коса есть. Так что нормально. Потихонечку люди возрождаются. Там еще пушкари есть, как я вижу. А, я помню, тут, короче, ребятки, артиллеристы одни были, поэтому они все и передохли. Вот как. Так, пасай, когда ты с коалиции выйдешь, ублюдок? Я с тобой нормально... А, кстати, слушайте, если с Брунеем повоюю... Мин... Ой-ой-ой-ой, Мин. С династией Мин я воевать никогда не стану, потому что они слишком сильны. Они слишком сильны. Вот с Сиаком, пожалуйста, с Индостаном, пожалуйста. А Мин... Это мясо больше, чем у дядьки Султана. Это не круто. Что-то Индостан 3 секунды побыл моим соперником и пропал. Ну давай Брауншвейг выберем. Так. Ладно. Что-то интересного можно посмотреть. Буряты, ежень. Мы могли бы, кстати, тут еще поколонить по реколу. Но это надо еще чувака в миссию отправить. А, нет, чувака в миссию отправлять-то не надо, спокойно можно будет наколонить. Короче, закончим где-нибудь здесь. Как только, то займемся этим там. Здесь чуть-чуть осталось. И пойдем туда. Надо, чтобы кто-то Россию поколонил. Хоть капельку. Я, кстати, видел катку у чувака. Он еще Норвегию захватил, добавил, потому что у меня она захвачена. Так что, есть к чему стремиться мне. О, еще колонии, конечно же, у них там целая куча. Но я колонии посрал, в принципе. Я ожидал просто, что эти чуваки, они будут свои экспансионные идеи юзать. На самом деле, они их нихера не юзают. Да. По каким-то причинам они не колонят. Хотя должны. Ладно. Вот Леонская Колумбия, она нормальна. Она колонила все, что только можно было. Вот это крутяк они. Вот до сюда же дошли. А остальные упыри что-то. Что-то ломались. Доломались, короче. Так. Ладно. Давай. Дальше гоняй. Что там? Зерно. Зерна никогда не было слишком много, да? Правильно. Увеличение обмена. Так. Автономия. Потеряем админку. Ну ладно, автономия. Так, автономия. Так. Как там дела у Агу? Смотрите, не потеряйте людей всех. Спасай, порвал. Вот, ну, в принципе, много не потеряли, но пушки дохнут. Пушки дохнут, это уже видно. Так что, серьезно. Так, какую-то идею можно понять. Я не буду, наверное. Я, наверное, админку лучше вкачаю, чтобы не париться. Хотя можно 8-го торговца взять. Господи, мы настоящая торговая республика. Или веротерпимость к язычникам тоже неплохо, но язычники отсюда меня уже не привлекают. Так. Вот. Кстати, мы можем предложить союз вот этим парям. Мы уж когда-то были с ним в союзе. Можно подтянуть отношения, подружиться. Но я не знаю пока, нужен ли мне еще один союзник. Из тех, на кого можно опоздать к султан, к тому же. Так, Брауншвейг не может быть спенком. Господи, кого мне опять выбрать? Ну, Савойю давай. Господи. Так. Юин поднял восстание. Стоять. Развитие винировки. Типическая древесина. Крутяк.
Так. Золотой форт приплыл. Так. Вот Зальцбург меня бесит, то что он в коалиции это находится. Ой, нифига себе. Зальцбургом мы будем долго еще мудохаться. Он, кстати, в связи с Брауншвейгом было бы вкусно напасть на Зальцбург, чтобы тут путь до Магдебурга сделать и заанекситься спокойно. Но не судьба, походу. Да. С Майнцем, кстати, хорошие отношения уже можно строить. Как только 165 будет с кем-нибудь из этих, мы можем их спокойно загасить. Ну, заанекситься. Фак-фак, может, развиваться самостоятельно. Так, ну чё, фак-фак. Вот он. Ну чё, мы сможем наколонить вот здесь? Да, спокойно. Хорошо, значит. Так, через сколько дней там колонист пробудет? 720. 2 года будет ехать, так что можно начинать колонить там. Как ты упоролся, кораблик? А, нет. Не упоролся, он просто порт искал. Так. Ну. Поплыли. Можно будет напасть на ежень, кстати, при желании. Потому что китаёзы... Ну, китаёзы они слабые, вы же знаете. Ай, сейчас я дверки закрою для шумоизоляции. Отлично. Так, давай, короче. Как там, кстати, ежень? Не в вассалах? В вассалах у Хайси. Все в вассалах у Хайси. Что-то все до сих пор в вассалах у Хайси. Это удивительно. Это удивительно глупо. Вот так вот. У меня большая Маньчжурия была, помните, за Тибет, когда играли. А тут только в вассалах все еще. Так, все. 900 косарей. Кораблик куда можно деть? А сюда его. Тут крепости. Или вот сюда вот. Тут, наверное, выгоднее, потому что. Хрен поймешь, что там произойти может. Так. Тихий. Все, военку можно вкачивать. Админку. Не знаю, подождем еще немножко. Сейчас надо вассала поставить аннексить какого-нибудь. И потом посмотрим, на кого нападем. Кёльн, да, ты с Кёльном попробуем улучшить отношения. Собственно, лучше войска. Это это последние пушки, которые тут доступны. Отношения восстановится подлюсь. Что-то там с стабильностью есть, бляка. Нет, в новых замках восстановка. Новые замки. Это где? Это где-то здесь. Не помню где. Вот. Господи. Разберемся. Так, погнали. Что с деньгами? А, с движением армия пошла. Наемники. Надо наемников сейчас будет отцепить. Нафиг. И весь Марокко подошел к концу. Так. Отлично. Кстати, папская область до сих пор находится в коалиции против меня. У меня в союзниках Венгрия, Эльза, Швейцария. Мы можем напасть на них, кстати, по идее. Прованс, как ты дела? Прованс все еще не покурен, кстати. Ладно, давайте Прованс тогда уберем пока. Потому что мы на папскую область реально можем напасть. Венгрия, Эльза, Швейцария. Да, спокойно. Сейчас. Персы не помогут, но... Да, мы нормально победим. Империализм. Казус Белли-то есть. Ну ладно, дипломата оставим. Скорость порвала. Скушаем поход войск. Так, хорошо. Где-то тут 61 косарь у меня стоит. Где? Вопрос. 61 косарь. Ой, здесь, оказывается. Офигеть. Ну, тут у меня и рати, ребятки.
Так, надо заложить, наверное, кораблей тут. Транспорт. Сколько? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30-чик. Так, админка. Не знаю. А, кстати, ударную пехоту еще можно заменить на что-то. Прикольно. Ну, заменим, значит. Что еще остается? Так. Все. Перемен с папской областью истекает... Так. В 76-м году. 4 года. То есть, через 3 года мы можем спокойно их нападать, и не в коалиции, в отличие вот от этих ублюдков всех. Окрестных. Кто там еще раз союзники? Венгрия, Эльзас, Швейцария, Утрехт. Швейцарию попилить норм. Утрехт тоже можно чем-нибудь отхапать. А, кто там? Эльзас. Эльзас можно вообще схавать. Кто там еще? А, так, Утрехт. У Швейцарии можно съесть что-нибудь интересное. Ну и Венгрия, пару пробок, столичку можно отжать. Ну и норм. Все эти ублюдки в коалиции стоят. То есть будет очень вкусно напасть на них, по сути. Так, как там сравнение счета? Ой, это, как там сравнение счета у нас? Ведь Ксултан первый, вот ублюдок. На голову выше нас. Ну, я не могу с ним воевать пока, просто по той причине, что если мы объявим его войну, мне обязательно коалиция. Коалиция из Речи Посполитой, вот этой всей херни. Надо их ослабить. Отжать у них пробы, и в конце партии, может быть, мы сделаем финальный рывок, атакуем дядьку Султана. Ну ты не раздуй всякие. А с, кстати, перемирие закончилось, по-моему, да? Нет, 77 год. Что-то дофига. А с Индостаном сколько у нас перемирий еще? А перемирие с Индостаном, кстати, закончилось. Может, на него напали потихоньку. Ну, сейчас рекордов установим. Чем, может быть, и сделаем. Я, наверное, как империализм это сделал. Гуманистические идеи свое дело сделали, нас беспорядки нас упали. Отлично. Так, что там? Бесполезное развитие флота. Ладно, дипломатия, так дипломатия. Финский корабль, смиряя мир. Что там? Инстинктивная эффективность. Ну, надо бы вкачать, конечно. Давайте, наверное, вкачаем. Ладно уж. Не знаю, что это дает, но поэтому с этим эффективным столом. Погнали. Финансовый крах. Ни хрена себе. Стабильность уменьшится на 3. А, ты знаешь, уменьшится на косах, пансимиссинова, станет крестьяне. И инфляция увеличится еще на 5%. Ни хрена себе. Вот это дичь. Мы даже займ сейчас возьмем. Чуметь. Несу 700 денег. Надо наемников снять нафиг. Где они тут? Ой-ой. А, ну тут отряд, если что, есть. Надо наемничков найти, где-то они тут сидят. Жалко, нет волшебной кнопки спустить наемников. А может она и есть, конечно, но я ее нигде не видел еще. Так, вот это вот нафиг можно распустить все. Чудо. Так, экономика, что ты мне скажешь? Еще есть 6 дукат наемникам выплачивают. Надо их найти. А, там, наверное, вот здесь.
Ну, вот их и перебьют. Так, сейчас. Тут потому что наемников я не вижу. Значит, они тут остались. Смелость повысить надо. Это вообще пипец какой-то. Да, надо людей прислать срочно. Нифига себе, займ. Ладно. Ладно. Так. Значит, восстановили мы людишек. Сейчас начнем аннексию. Сейчас сколько людишки в плюс пойдет. Надо, значит, что, экономика. Ни хрена себе, 30. Надо инфляцию понижать, ребятки. Пиздец какой-то с инфляцией уже. Ладно, потом. Флота можно убрать, в принципе. О, нормально, десяточек. Тут прибогаться. Максимально улучшим отношение с Кельном. Ладно. Давайте, короче, как? Один скосающий. Так, это период мига, все дела был, поэтому. Подождите минутку. Так, продолжаем. Маленькая техническая неполадочка. В общем, доведу этот эпизод до логического заключения, до войны с Индостаном. Или с Норвегией, или с Папской областью, с кем-то из них. В общем, закончится перемирие с Папской областью и будет нормальное количество рекордов, тогда нападем на них сначала. Черт, опять в минус бабки пошли. Так, сейчас. Подожди. Вот советник, он по центру по займу, только сборы. Режим колонии. А, вот он что. Сейчас. Вот что можно сделать. И стабильность надо будет повысить, но это... Но это нет. Так. Увеличаю обмен. 5 обмен. Не, мне стабильность надо получить. Поехали, короче, дальше, пожалуйста. А, кстати, да, все, значит, показалось. Нам вот уже пятеру дали. Так, что-то мне все пишут. Так. Чуть-чуть осталось. Юин может развиваться самостоятельно. Так. Вот эту вот байду теперь делать. На 10 полочек для Австралии сделать, и мне дадут то ли торговцы, то ли галеоны. Не помню. Так. Ладно. Значит. Что теперь? 10 косарей есть. Все, люди начали прибавляться, все окей. Давай, короче, стабильность повысим еще. И еще одну за 143 купим, наверное, хватит. С стабильностью играться.
еще немножко и начнем аннексию Кёльна. Так, Джахангур будет проявить меха. Так, когда там перемирие с Папской областью заканчивается, еще разочек. 76 год, февраль. В феврале 76 года, наверное, эпизод и закончим. Нападем именно на Папскую область. Ребятушки, братушки. Так, в столице мне, кстати, присылают уже денежку. Там инфляция повышается. Это не круто. Это не круто. Так, тут... Вот они, наемники, кстати, последние. Давайте убьем их нафиг. Ну, еще тридцатник надо погрузить на корабли, но все равно тут уже ничего делать не будем. Пришлем транспортник сюда. Деньги 2600 еще скопим, выплатим займ для пота. Так. Вот. Давай-ка я Кёльну отправлю подарок сразу. Высокомерный администратор улучшится, агрессивное расширение. Не знаю, может. Может не подтянется, может мы не успеем начать аннексию. Да. Так, гарантия независимости. Что там еще? Палат доступа. Вот русско так дается. Так, там операции. Теоретический брак, это епископство. Так. Короче, ясно. Только по резентам можно улучшить наши институты. 350 денег кинуть. Все. Сейчас посмотрим, насколько улучшится отношения с ними. 188. Нормуль. Через годик где-то. Как раз быстренько войну проведем. Конец. На этом всем. Так. Хоть сбор винограда. Все. 1 февраля 776 года. И мест Папской областью как раз закончится на этом. Дель, там война с Феррара еще идет. Ладно, давайте на этом закончим. Такая вот подготовочка была. Период мира. 40 тысяч рекрутов, я думаю, хватит с головой. Да этих ублюдков выпиливать мы спокойно начнем. Да, перемирие в феврале заканчивается. Там просто сохранишка в феврале косая. Я не могу сейчас еще месяц прокручивать. Так что давайте на этом пока закончим. С вами был Дмитрий, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения, и помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you guys!